Our sun is dying. Mankind faces extinction. 16 months ago, I, Robert Kappa, and a crew of seven left Earth frozen in a solar winter. So if you wake up one morning and it's a particularly beautiful day, you'll know we made it. Да шучу я. Инсинератор сегодня рассмотрим. Наконец-то. Но для начала. Мы. Кожаные мешки, конечно, вершина эволюции пищевой цепочки, но мусора производим тонны. И с ним нужно что-то делать. Особенно хреново дела обстоят на борту. Пространство ограничено, возможности тоже. Марпол никто не отменял. Для начала мусор проходит сегрегацию, и за это инженер несет ответственность каждый член экипажа. В результате образуется несколько категорий отходов. Сжигаемые и несжигаемые. Пластик, пищевые. В отдельную категорию теперь относят электрику и электронику. Есть еще группа электрические аккумуляторы и совсем отдельно идут на утилизацию, сделавшие свою работу лампы дневного света. Те, что на ртути работают. Есть еще в машинном отделении такая дрянь, как шлам. Он может быть жидким или не очень. Шлам проходит по журналу нефтяных операций, и плохи твои дела, если у тебя по этому виду отходов дебет с кредитом не сходится. Это Марпол, первая глава. А вот он же, но твердый. Тот, что оседает в танках, что выгребается из-под поршневых полостей, хоть и влияет на объем танков, но после изъятия его из таковых по журналу нефтяных операций уже не ведется. Мы, конечно, пишем, что в инсинераторе было сожжено определенное его количество, но в сертификате IOPP нет оборудования и танков для его хранения и обработки. Через это solid sludge — это так называемый domestic waste. М. Магия. Итак, из всего, что я перечислил, мы можем сжигать только сжигаемое и шлам в двух агрегатных состояниях. В особо прокачанных случаях можно сжечь и пластик. Но далеко не каждый судовладелец готов выложить бабулец на прокачанный интик, в котором можно пластик утилизировать. Мы люди простые, и пластик нам палить нельзя. Теперь про железо. Топка. Изнутри отделана огнеупорным материалом. Корпус топки двойной, и между стенками циркулирует воздух, что потом идет вовнутрь и участвует в горении. Шиберы. Один основной, что регулирует количество воздуха, поступающего в топку со стороны факела. Другой регулирует количество воздуха, подаваемого по всей периферии топки в нижней ее части. Третий находится за топкой и регулирует количество воздуха, идущего байпас топки к вытяжному вентилятору. Вытяжной вентилятор. Он поддерживает в топке давление ниже, чем в машинном отделении, что гарантирует не поступление продуктов горения шлама и мусора в машинное отделение и в наши легкие. Топочное устройство Sound Flame, что идентично таким же, какими оснащены вспомогательные котлы. Насос. Трахоидальный, видео о котором тоже есть, ротационная форсунетка, вентилятор топочный, что сдувает масляную пленку, вылетающую из стакана форсунки в топку, запальная форсунка с распылителем Monarch со своим автономным насосиком и электрическим зажиганием. Кстати, в топочке есть еще и... я называю это кормушкой, а на японском-английском это звучит как turning drum. Через эту штуку инсинератор прямо в процессе работы можно немножечко подкармливать, об этом позже. Так, чтобы у тебя, инженер, предохранитель не подорвало на черепной коробочке, я сейчас пролью немного света на сказанное. Факел горит в топке. При этом маленький вентилятор обеспечивает работу форсунки, а большой вытягивает газики из топки наружу. Зачем нам три шибера? Смотри. Вот эти два помогают тебе регулировать температуру в топке наряду с регулятором подачи жидкого шлама в форсунетку. Но верхний шибер подает воздух вокруг футировки топочного устройства, а нижний – в нижнюю часть топки через ряд отверстий по периферии. Отсюда и функционал. Верхним работаем при сжигании шлама через форсунку. При этом нижний можно почти полностью закрыть. А при сжигании мусора и так называемого solid sludge – шлам в твердом агрегатном состоянии. Нужно подавать воздух на него, а он лежит на днище топки. Но верхний шибер закрывать тоже не нужно. Факел нужно обдувать. Всегда. Назначение вот этого шибера, как всегда, покрыто пеленой мрака. Никто его не трогает, иначе все сломается. Это не так.
В нормальном режиме работы инсинератора трогать его действительно не нужно. Там уже все настроено до нас. Смысл этой заслонки такой. Чем шире она открыта, тем больше воздуха идет байпас топки напрямую в вытяжной вентилятор. И наоборот. Если у тебя жопа со сладжем и полить его нужно много и долго, и к отрицательному балансу ты прийти не можешь, даже если палишь печку круглые сутки, прикрой этот шибер на один зубец. Тогда больше воздуха пойдет через топку, температура в ней упадет и можно будет навалить подачу на форсунку. Но у любой палки два конца. Поэтому следи за температурой перед вытяжным вентилятором. Перегреть его можно очень быстро, он может разрушиться, видели, знаем. И сразу дам тебе одну оговорочку по поводу Solid Sludge. Для того, чтобы его сжигать в топке инсинератора, необходимо поместить его в какой-нибудь жесткий поддон. Конечно, лучше какой-нибудь сварной и металлический, но практика подсказывает, что и в металлических канистрах он постепенно сгорает неплохо так. Если ты просто накинешь его в топку и запалишь, потоки огненного шлама будут выливаться через вентиляционные отверстия, и с этим ты ничего не сможешь поделать. Запуск. Предположим, что до нас инсинератором пользовались механики здорового человека и остановили его по технологии. То есть, топливная система заполнена дизелькой. Готовим шлам. Вся топливная и масляная отработка сливается в один танк. Отстойный. Там много воды, потому что основной источник шлама – сепараторы, а они управляются водой. Набрав этого субстрата процентов 80 от объема танка, откроем на него порог и подогреем. А чтобы пары куда-то уходили, включим вытяжной вентилятор. Когда на термометре увидим градусов 110 по шкале товарища Цельсия, нужно закрыть пар. При атмосферном давлении воды там точно не будет. Выпаренную вытяжку закатаем в сервисный танк. Температуру в нем нужно держать исходя из вязкости топлива, из которого образован шлам. Если ты любишь точность, то форсунка ротационного типа съест все, что ты туда дашь при вязкости от 10 до 40 сантистокс. Примерно. Градусов 90 при основном топливе RMG380 это нормально. Охапка дров и шлам готов. Это я о чем. Что в топку можно накинуть немного мусора. Распределить его равномерно по днищу топки в высоту примерно на 1/3 самой топки. Закрываем дверцу. На ней есть конечный выключатель, и с открытой дверцей запустить крематорий не получится. Ну, видимо, это как-то связано с пожарной безопасностью. Откроем клапан на вход дизельки, в запальную форсунку и в основную. Откроем наполовину оба шибера. Запускать будем в автоматическом режиме, поэтому все переключатели в режиме авто. После запуска немного подпалим его на дизельном топливе, чтобы плавно прогреть топку. Минут 10 будет достаточно. Да и мусор успеет к этому моменту прогореть. Переведем на сжигание шлама? Давай. Откроем клапан подачи шлама, закроем клапан подачи дизельки. И теперь переведем трехходовой клапан на режим циркуляции по большому кругу. В таком положении шлам будет постоянно циркулировать из танка в танк, что обеспечит его гомогенность. В процессе сжигания нужно мониторить температуру топки. Можно накинуть производительность специальным клапаном, и тогда придется шире открыть заслонки, чтобы интенсивнее охлаждать топку. В процессе сжигания можно подкинуть в топку мусора, не останавливая форсунку, даже при сжигании шлама. Тут главное очередность соблюсти. На кормушке есть два конечника. Один стоит на защитной крышке, другой на рычаге поворотного механизма. Так вот, следи за рукой. Если сделать все так, то факел не потухнет. И запомни, инженер, любые манипуляции должны сопровождаться контролем температуры, как в топке, так и перед вытяжным вентилятором. Не перегревай. Слишком резкий подъем температуры в топке снижает срок жизни футеровки. Тебе придется ремонтировать ее чаще. Так, теперь нужно все это потушить. Снижаем производительность машинки прикрытием регулирующего подачу шлама клапана. Открываем на форсунку дизельку и закрываем шлам.
таком положении клапанов наблюдаем за температурой в линии циркуляции. Когда упадет градусов на 15, можно перевести трехходовой клапан в изначальное положение, в котором топливо циркулирует по малому кругу мимо танка. И в такой настройке пожечь его еще минут 5. Потом просто выключить все тумблеры и пойти спать. Завтра моторист почистит топку и можно будет все повторить. Ах да, чуть не забыл. Это же не блок А4. Тут все чуток сложнее. У всей системы есть алгоритмы работы. И все, что я к этому моменту описал, работает именно по ним. Вот смотри. Перед поджигом основного факела топка вентилируется в течение 30 секунд. При этом, если дверка не закрыта или проблема с ее конечником, то вообще ничего не получится. Если температура в топке превысит 1100 градусов или температура газов на выходе поднимется выше 320, печка остановится. Но обрати внимание, эти петли замкнуты. Значит, когда эти температуры пойдут в норму, автоматика сама запустит инсинератор без нас, человеков. Вот эти временные отрезки нужны для того, чтобы автоматика смогла определить состояние системы. Если, например, в течение 10 секунд после запуска насоса запальной форсунки давление перед ней не поднимется до уровня 4 бара, запуск не состоится. 10 секунд отводится и на проверку наличия факела в топке после открытия основных клапанов. На практике эту ставку снижают примерно до 5 секунд, чтобы топку не заливало топливом в случае неполадок. После удачного пуска все эти параметры отслеживаются в режиме реального времени на протяжении всего периода работы инсинератора. После остановки вытяжной вентилятор продолжает работать так долго, пока температура в топке не опустится ниже 100 градусов. Кое-какие схемки я прикреплю в прилагаемом материале к видео в группе ВК и в Телеграм-канале. Это может быть полезно. Немного про огнеупорный материал. Это шамотная глина. Обычная шамотная глина. Но поставляется на борт в брикетах. И давай на чистоту. Никто не знает, как ее правильно ложить, да и так, чтобы работала как с завода. Поэтому мы просто доверяем эту работу филиппинским плиточникам-каменщикам. И это при условии полного высыхания перед началом работы работает несколько месяцев. Когда же нужно ремонтировать топку? В процессе работы она неуклонно крошится и осыпается. И вот если в топке во время осмотра появился металлический анкер, пора ремонтировать топку. Не нужно тут мудрить. Технология по мейкеру подразумевает вырезание поврежденного сегмента и замена его на новый. В реальной жизни вы состаритесь в этой топке, пока вырежете один кирпич, но в результате новый кирпич все равно выкрошится. Он просто другой. Так, если у тебя возникли вопросы, мы можем обсудить это в телеграм-чате с другими механиками или в комментариях. Все это доступно по ссылке в закрепленном комментарии. Пока!